Одесса встретила очередной борт с ранеными из зоны АТО. Их доставили санавиации на лечение в наш военно-медицинский клинический центр Южного региона. В этот раз 22 человека, четверо из них в реанимации. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, многие пациенты имеют травматологические повреждения, есть перелом позвоночника, а также ожоги.